украинский бывший блокпост на запорожской трассе. Если позволит обстановка, бой немножечко затихнет, то мы сможем там пройти, показать вам, как там. Товарищи, обратите внимание, вот вроде толпа, но вот здесь мы находимся на втором окопе. Больше, конечно, эта яма окопом не является. А здесь была огневая точка. Центральная, собственно говоря, амбразура из нее. На втором перенеком на жилой сектор. Вот. Расстояние здесь не такое уж и большое. До километра. Невооруженным глазом, конечно, можно перепутать, но мы прекрасно знаем, что украинские военнослужащие были прекрасно снабжены натовскими приборами ночного видения, оптикой и так далее. Прекрасно знали, когда стреляли по мирным жителям Александровки. Прекрасная полимерная бронеплита производства Соединенных Штатов. Плиты работают прекрасно, к сожалению, их хватает. Единственный минус таких вот бронеплит — это то, что их хватает буквально на одно-два попадания, и после этого они полностью теряют свои свойства. Украинские военные традиционно уже покидают свои позиции, не заморачиваются с тем, чтобы забирать свои дела. Каждые 20 минут ячейки были поделаны. Каждые ячейки лежали РПГ, патроны, гранаты. Если не при отступлении, оборонялись до последнего. Ну, на тайной ночи мы их победили.